Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам карту паркур для Майнкрафта по Expedition. Собственно, эта карта опять же делается мною, и она очень большая, чисто потому что перед вами настоящий большой паркур, который пройдет, конечно, каждый, друзья, но хватит ли вам терпения пройти вот такой большой паркур? Он и вправду большой, но он не трудный, и в каждом прохождении вас ждет сюрприз. То есть после прохождения определенного цвета кубиков вас ждет вот такой сюрприз в комнате, друзья, где вам может попасться зелье скорости, а может быть даже прыгучести. То есть, как видите, вот кончается красный цвет, и у вас появляется опять же эта комната. Второе, вы можете поспать, если у вас ночь. Но сверху у нас открывается вот такой вид и рисунок снизу. Но это еще не все. В самом конце этой карты, то есть вот здесь, вы поднимаетесь на самый верх, и вас ждет самый главный приз. Вы нажимаете на рычаг, друзья. Просто нажимаете рычаг. И можете даже посмотреть на это лицо, но вы смотрите вниз. Сначала нажимаем на рычаг, я сказал, и теперь мы смотрим вниз и видим, что там происходит. Ждем. И, друзья, вы видите настоящий взрыв. Я надеюсь, это понравится всем, и это заслуживает настоящий лайк. Поэтому прямо сейчас ставьте, не ленитесь, лайк, друзья. Вот такой у нас громадный взрыв произошел на этой карте. Карта, конечно, будет в описании. Вы не подумайте, что карты уже нет. Карта будет в описании, и на ней вы сможете также поиграть, после чего аккуратно ее сорвать. Ну, друзья, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.